Ну вот я и въезжаю в Татарскую республику. Через 70 километров примерно должна быть Казань. Вот Чувашская республика закончилась. И вот начался Татарстан. А я продолжаю движение. Полный вперед! Третий год. Два с лишним года назад мне это волшебное колесо подарили ротальянцы города-героя Волгограда. Опыта в самый до этого пробега, самый большой опыт, протяженность пробега у меня была 96 километров за световой день. Я объездил весь Волгоград, хотя он у нас не маленький, он 100 километров, и где только не был. И потом однажды у меня зародилась идея проехать на хендбайке по области, по социальным домам, по домам-интернатам, по домам престарелых. Вот. Но она, эта идея переросла потом в организацию хендбайк-пробега «Волгоград-Камышин», посвященную столетию рождения Алексея Петровича Моресьева. Он наш уроженец нашей Волгоградской области. Собралась международная команда, и мы это сделали. Вот. Мысль проехать по всей области отпала, и возникла идея, а не прокатиться ли по всей земной тверди России, от Балтийского моря до Японского. Вот. Был составлен план, выбран маршрут, вот. Подготовлен хендбайк. Подготовлены, ну скажем так, пункты встреч, приема по ходу действия, где к этому действию активно подключились ротарианцы не только города Волгограда, а откликнулись из Санкт-Петербурга, Твери. Вот у меня уже стали друзья Санкт-Петербург, Тверь, Нижний Новгород, Владимир, вот теперь Казань. И этот пробег, изначально он был посвящен 75-летней годовщине со дня победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками под Сталинградом. И момент подготовки по интернету у меня состоялась встреча, но не встреча, а знакомство с удивительным человеком, с Ильдусом Янышевым, который затеял кругосветное путешествие на велосипеде. Он предложил мне принять участие в шоссе мира и сделать кругосветное путешествие на двоих. Это два человека, один из них с ограниченными возможностями на коляске, отправляется в путешествие в разные стороны земного шара, и через определенное время они встречаются в определенной точке, и получается кругосветное путешествие на двоих. Вот этот проект, он получился, задуман и идет. Он уникальный, такого еще, по крайней мере, не было. Вот. Но мне полегче. На мой километр, который я проеду, Ильдусу, придется проехать километра 3. Вот такие вот дела. Потому что у меня маршрут немножечко побольше, подлиннее, чем у меня. Вот фраза «человек с ограниченными физическими возможностями» – это говорит, что ограниченный во всем, в общении, в потреблении, А это, понимаете, безграничная это возможность, абсолютно один, раскрепощенность, вольность действий в хорошем смысле слова, самореализация, понимаете, вот мужик, мужику, как вам сказать,
Но я сам себе хозяин и знаю себе цену и все делаю сам. Понимаете, в чем дело? Мне нет ни помощников. Я еду один, вот абсолютно один. Все трудности мои, радости мои, никакой опеки. Вы знаете, какие запахи весной у земли, у России, у страны? Вот едешь и по дороге, по пути видишь, как вот преображается земля. Вот представляете, вот выехал из снега, вот сюда приехал, здесь уже листочки. Вот, скажем так, вот этот временной период, когда созерцаешь это воочию. Я до этого, я прожил 17 лет в домах для престарелых. Ну, можно представить, что это такое. Вот. А тут вот полная свобода. Это эмоции, впечатлений. Как объяснить, передать, что такое счастье? Вот что такое счастье? Ну, счастье, оно сугубо индивидуальное. Ну, как вот объяснить, что такое счастье? Что я счастлив? Вот ротарианцы, вот, России, по крайней мере, помогают мне финансово, да. Большая поддержка, громадная. Потому что отели, я хочу сказать, вот за весь маршрут, который я прошел, мне только два раза предоставили бесплатно, разрешили переночевать в отеле. Так чувствуешь себя человеком, ну, равным среди равных, понимаете? Может быть, даже отчасти это хорошо. Хорошо, но дороговато. Отели придорожные недорогие, и для нас они совсем не оборудованы. Но, тем не менее. А у меня были моменты, я ночевал, и в церкви ночевал, и на стройке у таджиков ночевал, и в кабине дальнобойщика в фуре ночевал, в мотелях, в палатке ночую. У меня палатка, все нормально. Доступная среда никудышная. Я это говорю чистым сердцем. Не потому что я когда был в Москве, пока ждал встречи с Ильдусом Янушевым, вот я намотал около 400 километров. И по большому счету центр Москвы более или менее оборудован. Подчеркиваю, более или менее. А вот чуть в сторону от центра и по всей России так. Изначально я составлял план путешествия по России в объезд всех городов. Потому что я знаю, вот лучше объехать стороной, чем заехать здесь. Вот мы здесь, позавчера мы въехали в город со стороны лыжной базы и проехали до Борисовки, как-то в общем, где я ночую. Вот своим ходом. И вот всю дорогу мы ехали по проезжей части. Потому что проезжая часть для автомобилей оказывается безбарьерней для нас, для инвалидов, чем вот эти тротуары якобы, пандусы якобы. Вот во всех городах, в которых я был, где я был уже, Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Нижний Новгород, Владимир, Казань, в том числе тоже, безбарьерка, мягко говоря, хромает. На хендбайке, а не пехом, в дальний путь собрался Леха. Не впустую будет прожит год 17-й мной может. Есть хендбайк и есть желание, есть людское понимание, усмотри, Господь, здоровье и дорожные условия. Лет я прожитую свору утомил бытийным вздором, отдохнув пути душою, даст Бог, стану вновь собою. Эх, Россия, ты огромна, может, выскажусь нескромно,
Покорю твои просторы, несмотря на форс-мажоры. На хэндбайке, а не пехом, в дальний путь собрался Леха. Не впустую будет прожит год 17-й мной, может.